Зачбурга «Жена исчез». Меня зовут Сергей Антонов. Я приветствую вас от имени освободительного движения «Свободная Удмуртия». Мы убеждены, что единственный путь к независимости наших народов – это вооруженная борьба и свержение фашистского режима Путина. Но в то же время, на настоящем этапе, мы не можем недооценивать и политические методы борьбы. Впереди президентские псевдовыборы, которые пройдут в марте 2024 года. Это важная веха на пути свержения режима, поскольку именно на этих выборах Путин постарается реализовать очередной этап узурпации власти и получить мандат легитимности на совершение новых военных преступлений. Очень важно для нас помешать ему в этом. Считаем необходимым разработать и согласовать общую для всех наших движений стратегию противодействия Путину на президентских псевдовыборах. Наша задача – добиться полной нелегитимности власти Путина. Мы должны сделать так, чтобы после марта 2024 года вся власть в России стала незаконной, что даст полное право на свержение этого режима и обретение независимости всеми колонизированными народами и регионами Российской Федерации. Движение «Свободная Удмуртия» готово стать инициатором и соавтором создания такой стратегии. И важнейшим следующим нашим шагом должно стать создание военного совета оппозиции, в первую очередь состоящего из представителей освободительных движений и колонизированных народов и регионов России. Создание такого военного совета оппозиции позволит объединить реальные силы, готовые вести вооруженную борьбу против действующей российской власти, и даст возможность нашим народам с оружием в руках бороться за свою свободу и независимость.